Всем привет! Не так давно на моем канале выходило видео с историей моего персонажа, сталкера-новичка по прозвищу Туман. Так вот, сегодня вас ждет более расширенная и подробная версия начала его сталкерского пути. Многие интересные моменты, которые не вошли в первый выпуск, вы увидите прямо сейчас. Приятного просмотра! Так, а давайте теперь поподробнее. По прибытию в деревню новичков я стал искать проводников, которые смогли бы меня провести через кордон. Все имеющиеся деньги пришлось потратить на снарягу и ПДА, электронное устройство со счетчиком Гейгера, считывающее жизненные показатели и различные воздействия. Стоять, стоять! А кто такие? Это что за нахуй? Как зовут-то? Вот! Меня надо съебывать! Пацан, я тебя видел, мертв! Ты вверх ногами был подвешенный, и из тебя кожа была снята! Я тебе реально говорю, я что, долбоёб, что ли? Я не знаю, как я тут оказался. Тихо, 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 пси бьё! Пси! Пси бьё! Какой-то странный мужик взял автомат и, тычав так называемого ГОСТа, начал утверждать, что видел его смерть, а также гибель других. После нас накрыло пси-излучением. Решив, что мужик просто немного не в себе, проводники взяли его с собой. Ну и я напросился. Как доведут до бара, придется где-то искать 5000 деревянных, иначе не видать мне нормальной жизни. Слева. Убегаем слева. Слева. Если что, зайчик, ручки вверху. Руки опустим. Вот мы почти подошли к блокпосту военных. Раньше времени светиться нежелательно, тогда и слушать не станут, пристрелят на месте. Впереди нашу группу ожидала засада. Вейнсталкеру удалось застать всех врасплох. Кто из вас парни? Я. Есть ли ты из что хочешь сказать? Он когда в землю стрелял, в тебя что-то попало? Слышь, служилый, дорожник приложи, ты что ноешь, как мелкий? Служилый, товарищи, можно перебинтуют? Проводник по прозвищу Бонзай сразу словил пулю. Остальным хватило этого, чтобы понять серьезные намерения вояки. Дальше я почти ничего не помню, кроме удара прикладом в лицо. Провалялся в отключке явно не 5 минут, в горле успело пересохнуть. Вроде не шмонали. Что ж, надо возвращаться в лагерь сталкеров. Что было дальше, я когда-то уже рассказывал. Встретил группу Чистого Неба, который вместе с новым знакомым по прозвищу Норах помог исследовать аномалии, за что их глава провел нас через военных и помог получить пропуска. Немного расскажу о себе. Зовут меня Дима, ну а кличка Туман прижилась еще с детства. Мог бы загреметь в армию, но решил податься в зону отчуждения, так как перспектива обычной жизни в виде года службы, а после бесконечной работы в магазине за 15 тысяч, меня не устраивала. Не повезло, в общем. Учеба не мое. С малолетства я всегда любил лазить по заброшкам в поисках каких-то интересных мест. А как узнал о зоне, так вообще о ней больше не переставал думать. Столько тайн, секретов. Их обязательно нужно раскрыть, придать огласку. Вряд ли я способен на такое, но попытаться стоит. Терять-то нечего, тем более сироте. Эти двое со мной, мы идем. Короче, он нас ждет. Он меня ждет. А потом эти двое сами. Они со мной. Можешь нас сопроводить? Пропуск есть. За ним мы идем. Следующий туман. Туман. Уевший рожь, блядь. Тумановский Дмитрий Леонидович. Как? Тумановский Дмитрий Леонидович. Так, короче, я воспользуюсь. Это не просто. Слушай.
Получив разрешение на пересечение периметра, мы с Норхом направились на второй блокпост. Как оказалось, зря. Так. Обойму отстегнул. Обойму отстегнул. Так, изъято. Что высыпать? Ну нахуй, ребят, ну что мы... Так, мы же... Так, какие пропуска, видел? Чё? Ну ваши же пропуска, что ты взял и патроны? Нам же эти военные патроны отдали. Ну, немножечко ты подождал бы, что ты своими видел красивыми такие? Пальцами? Да он же выписал, смотри, по рации свяжитесь, ну говорю же вам, что беспредел какой-то. Как всегда, одни все знают как положено, а другие не в курсах. Решили, называется, для устранения лишних проблем показать свои права на другом блокпосте. Только новый геморрой получили. Ну, так, это со мной-то? Может, ты его с собой возьмешь? Нет, пускай с тобой стоят. Страховка, если что, это, высаживаешь в ноги, и пускай хромает. Окей. Человека им шлепнуть все равно, что высморкаться. Представляю, если бы меня срочником поставили куда-нибудь в подобное место. Но на будущее учтите. У нас это все дело фиксируется, пацаны. Мы как должны понять, что документы стоят? Документы? Они поднимают руки вверх. Ты говоришь, предоставьте документы. Там будет справка. С печатью? С печатью. Нет, это от ученых, наверное. Да. Печать есть. Да. Вот, у человека вот печать смотрите, есть. Документ выглядит. У всех, у кого такая печать? Да, да. Печать вы не подделаете. Кто с печатью? Печать. Да, не да, с некоторым надо поговорить. Только пообщайся. До 29 вечера. Не знаю, как Норах договорился, но нас отпустили. А ему еще и патроны в придачу вернули. Интересно, кем он был перед походом в ЧЗО? Удалось встретить сталкера, который сопроводил нас до бара. Там мы хотели найти кого-нибудь из ученых, чтобы попроситься на работу. Вот только пришли и начался выброс. Ну а дальше... Держим, не отпускай его. Сука! Чё? Забирай! Блять, его надо забрать! Забрать! Блять! Кого? Вон, вон! Ладно, что ты ножом этим сделаешь? Вон у людей уже. Все, сейчас подождем, пока они до нас все работают. Да я в состоянии аффекта, блядь. Ебать. Чуть сердце не выскочило. Первый день в зоне, блядь. Ладно, я это... Как нравится? Кстати, вот такие вещи, они идеально прочищают жопу. После этой заварушки нашли научного сотрудника и направились в их мобильный исследовательский центр. А сейчас дружно выстраиваемся в очередь и встаем на колени, быстро! Блять. Не-не-не. Да я тебе сказал, куда пошли? Бетон стрельни под ноги, чтоб не шароёбишь. Ролик от поджив учёной. Как ты красный. Вот туда встать, пожалуйста. Полный досмотр всех, я доведу учёную. Так, как ты стал? Не дало. Смотри, на пульс. А если контролер пойдет, нас здесь положит. Я послежу за тобой. Сразу говори просто. Я, короче, управляюсь военным. Какое задание? Набрать воды, пробу воды, чтобы они проверили... Пробу воды, да? Да. У меня есть доказательства. Я свидетель при мне, ученые. Когда я там хорно охраняла, при мне они задали. Так кто хочет что-то спиздить в военном? Ну,
коленку стрим, хочешь? Нет, у меня на военных ничего нет. Мы же с вами были, когда решили, почему мы не вас пропустили, это не значит, что вы честны. Ребята, моя работа. Так, что-то изъято было. Оружие все. Все возвращено. Ну, граната. Все гранату отдайте. Все возвращено, все свободно. Пойдемте, да, девчонок, аккуратненько. Ребята, там если кровососы, тогда можете понять. Слышите? Слушайте, давайте мы подождем. Следующий эпизод запомнился мне на всю жизнь. Битва на ножах против кровососов. Разделились на две группы и отбили базу ученых и мутантов. Вот за вот этим. Так, давайте так. Где? Бля, не разбегай. Где еще? Куда раз направление? Закидывай, погнали. Давай, 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 давай. Давай, давай, кидай. Убивай. Убивай! Убивай! Дай! Что интересно, монстры не просто так ошивались у бункера. Одного из них ранее поймали и доставили на опыты. Правда, вместо снотворного вкололи адреналин. Вторая особь явилась на подмогу. У ученых мы взяли пару заданий. Одно заключалось в проверке местности на предмет смены расположения аномалий после выброса, а другое в нахождении какого-то аномального образования, по виду напоминающего цветок. Первым заданием мы занимались по дороге в деревню новичков. Заодно поделились впечатлениями с последних событий с напарником. Я дверь держал с другими. Из щели там руки кровососа, когтища. Я уж нож приготовил, да чё-то труханул. Зацепит, мало не покажется. Привал на несколько минут не помешает, да и Норах там с долгами разбирался. Идиллии помешал контролер со свитой зомбированных. Здорово! Здорово! Ты как требовался, то ты уже, да? Знал то, что блеф по поводу патронов, которые тебе выдали военные, это ж не так. Я думал, все, кранты мне. Тот уже грозился мне ноги прострелить. Почему, почему? Он реально, ну ты мой блеф? Ну да. Ну, блядь, какая, извиняюсь, какая, у меня полный магазин. Правильно, полный магазин. Это я у Сидоровича взял за 5 тысяч магазин. Он высыпал его на землю. Мы пошли когда туда. Это не блеф был. Я эти штуки заныкал. Хотя, если бы он подумал, я зарядить их не мог так быстро. У меня даже этого аппарата. Ну тут думать надо, понимаешь, это все вычислять, все это прикидывать. Разумеется, я пожаловался и получил обратно эти патроны. Вот. Но там был один сталкер, его товарищи завалили. Он просто взял его, прикинь,
Они мне говорят, иди его обыскивай. Мы с ним в зону заходили вместе. И я его труп обыскиваю. Я думаю, не буду ничего брать. Сука, второй подошел. Блин, деньги нашел у него. Ну, я ей говорю, ну ты что, даже у пиратов сережку, блин, из уха никто не выдергивает. Только они носят ее за тем, чтобы их похоронили на нее. Деньги-то оставь. Забрал половину все равно. В бар мы возвращались поздно вечером, по пути хватая радиацию. Нужно было перекусить и нормально отдохнуть. Как поужинали, нашли одиночку по прозвищу Ной, который провел нас к своей хижине. Недалеко от нее мне удалось найти артефакт. Затем из-за напавшего контролера и бюрера пришлось с напарником разминуться. Ной сопроводил меня обратно до бара, где я обдумывал свои дальнейшие действия. Напарника нужно обязательно найти. Ну а в одном из следующих выпусков я сделаю обзор уже самой страйкбольной игры «Направление Север», как я готовился к ней, с какими трудностями пришлось столкнуться, и покажу те моменты, которые остались за кадром. Поэтому ставим лайки, подписываемся обязательно на канал, чтобы не пропустить новые выпуски, и обязательно делитесь роликом со своими друзьями. С вами был Дима, до встречи!